Важная информация для водителей. По информации Котласского филиала ФКУ Упердорх Алмагоры, с 19 декабря 2023 года на федеральной трассе А-123 Чикшино-Тосьма Котлас-Куратова перед Котласом в тестовом режиме начнет работу автоматический пункт весового и габаритного контроля. Работа пункта осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Ширина проезжей части составляет 3 метра 75 сантиметров, высота опор более 5 метров. На участке установлены запрещающие дорожные знаки. Обгон запрещен и остановка запрещена. Убедительная просьба к водителям – не нарушать правила дорожного движения, не наезжать на делиниаторы и не прижиматься к барьерному ограждению. За перегруз предусмотрен штраф.